Дубас. Ну и всем привет и китайский про Дубас. Ну, на китайцах. Сейчас поедем. Поехали. Вещь, как пушок. Ага, поехали. Пылить друг друга. Ты вот по этой полосе едешь. Всем привет! Расскажу, как ездить по пыли. Если вы едете вдвоем, втроем или более вас, надо либо держать очень большую дистанцию, либо ехать рядом в ряд, если позволяет эта пыльная дорога. Но она предполагает собой, что она будет проселочная, полевая, какая-нибудь там лесная. То есть вот так. Не выпендриваться. Не идти на максимуме, потому что у кого-то не будет хватать того максимума. То есть ехать в таких пределах, чтобы каждый мог держать эту скорость. Ну, я имею в виду хотя бы двух человек минимум.
Лукашевского, там налево. Сержик, походу, той истины не знает еще, о которой я сейчас вам рассказывал. Туда свернул и побежал по дороге сюда. Сейчас покажу, докуда он добежал. Это спортивный поросенок был, черный, вьетнамский. Сейчас мы к хозяину поросенка едем. Вот, что-то варят там, сварщики. Вот туда, где варит, туда поросенок убежал. И скрылся в джунглях. Через третий день он пришел сюда во двор. Есть захотел, да.
валит она. Ого! А бугор-то большой. Он, Сержик тоже наяривает. Дай отцу прокатиться. Высокий для... В тот самый раз тебе будет. О, он даже мне теперь высокий. Подножку убирай под. Поехали потихонечку. Не понимает, что это означает, что рядом ехал. Эх, Ориончик вещь, да? Скажите, ребята, гляньте. Давай меняемся. Не могу на столь хорошем ехать долго. Он такой вообще прям, куда хочешь, можно на нем ехать. На этой серии это тупорит. Да он еще так прямолинейное движение держит сильно. Там у него руль к середине стремится, плохо. А этот вихляется, и куда хочешь можно поехать. Но Орион тянет не хуже Ирбиса, XR.
едешь сзади, едь рядом. Сзади машин нету, спереди нету.